Всем привет! С вами опять Фасадинг, и мы начинаем последний уровень в тесте план 2, египетский. Начнем. Ага, тут у нас опять начинается со стола все. И что у нас идет? У нас личинки обыкновенные, которых мы видели еще. Да, и здесь личинки меньше, чем эти кузнечики. Потому что это Египет. Мир динозавров. Тут личинки меньше гораздо, чем тогда. Так, теперь он кушаем скоробеев. Ринг. Почему ринг? Это кольцо, что ли? Да, разве похоже на кольцо? Очень странно. Наверное, кольцо ведь сбоку. Впереди штуки еще. И этих. После чего мы сможем одолить свой масштаб. Я ведь правильно говорю? Так, ну вроде сейчас. Раз, два, три. Отлично. Теперь мы одолеем свой масштаб и продолжаем кушать остальные предметы, которые у нас остались. Они совершенно мелкие, но мы не отчаиваемся. Главное, что мы растем при этом. И осталось только немного. Отлично. Все, теперь мы кушаем вот такие вот штуковины, которые называются ураенцы. Да. Наследы. Раз вот так. Сейчас мы спрыгнем со стола, как только съедим побольше вещей. Так. Что у нас происходит? Мы едим ракушки, мы едим остальное. Еще жезлы всякие. Непонятные штуки, для чего я сам не знаю. И также... Отлично. Так. И также доски. Вот, мы спрыгнем со стола и положим... Нас люди хотят убить. Чего? Опа. Хотя можно толкать немного. И что это, кошки? Кошки опять возвращаются. А мы пока поедаем маленькие предметы для того, чтобы обрести более большой размер и съесть всех. Просто, например, в данный момент мы можем есть кошек. Да? Также еще людей. Отлично. Теперь люди будут съедобные. Мы сможем съесть всех. Вот уже почти все съели, что здесь есть. Почти тут ничего не осталось. И мы вылезаем из дома. Итак, что у нас тут? Мы едим людей, которые бегают по улице. Зачем они тут бегают? Они отправляются вперед-назад, 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 вперед-назад. А также еще и обратно. Что? Ладно, ничего. Так. Сейчас нам нужно найти побольше людишек, чтобы их съесть быстро. Сейчас, по-моему, можно есть лошадей, возможно. Да, я оказался прав. После стрельбы лошадей мы сможем что сделать? Съесть лосей. Но пока еще нет. Идет коровы. Ага, статуи. Так, статуи — это тоже полезные и вкусные вещи, которые можно поесть. Так. Да, ага. Давайте пройдем вперед. И съедим этих. Так, где люди? Почему они... Их так мало. И чего они так мало приносят опыта? Опыта, конечно. Размера. Ладно, так. Вот они скушали. Мы едим коров. Или лосей, как я их люблю звать. Ладно, так. Так, еще немного. Мы отдадим свой масштаб. Да, вот мы съедаем пластины. И съедаем бегемотов. И крокодилов. Так, теперь набираем опять свой размер большой. Сейчас нам нужно будет ползать тут везде. Ладно, так. Теперь мы чистим поля. Так, уже все.
пора уже убирать всех жирных шпалей, так как они уже отработали все. Так, сейчас мы нескольких еще жирных следим и смотрим, есть домики. Домики обыкновенных египетских жителей, которые любят проживать. Кто не любит жить? Их так называют жители. Так, ладно. Несколько поле. И несколько растений. Еще одну поле. Ладно, так. Что еще? Что еще? Где еще съедобные вещи? А, я помню, в прошлый раз там были камни, да. Вот они, камни. А я застрял, поздравляю. Вот, теперь у нас может быть что-то еще интересное. Давайте. Домики, точно. Теперь будем кушать много домиков. Все, сейчас будет начнется. Скучное поедание. 112 домики. Как это назвать? Так, что у нас тут? Что, не все? Ага, сфинкс. Не только. Так. Ух ты, ничего себе. Вот такой большой размер, когда они никогда еще не были. А пирамиды. И камни. Куча пустынных камней, которые лежат нигде. Ну вот мы почти выросли до самого предельного размера. И можем съесть пирамиду. И не только. Сейчас мы съедим большую пирамиду. Вы где указываете другой берег, что ли? Как я попробую вам по вашему на другой берег? Давайте камешки доедим и сейчас съедим пирамиду. Опа! И у нас опять чужитик. Он ничего не понимает, что происходит. И наш монстр перемещается в следующий мир. Точнее, в следующее время. Это у нас... Похоже, что это Рим древний. Та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Так, черный слив. Угу. Ну, опять на столе каком-то. У нас полно фруктов. Сначала фрукты. Фрукты нам именно для того, чтобы есть. Ну ладно. Пока черный слив очень питателен. И это что? Оливки. Возможно. Разбивают красные оливки. И белые. Это рыба. Ага. Так, хорошо. Можно наесться до предельного размера. Отлично, теперь мы едим неизвестно что. Блин, сейчас здесь такой мелкий, что мы его уже не видим. Очень странно. Съели вазу, съели остальное. Так, после чего мы должны будем съесть рыбу. Давайте, хочу съесть рыбу. Отлично. Фиш. Ну да. Сейчас мы, думаю, закончим, да? С этим уровнем. Отлично. Уровень выполнен. И мы дальше. Мы опять ставим. Кушаем наши любимые оливки. Если это, конечно, они. Вот это уже оливки, а это не... это виноградины. Вот это виноградины, а вот это большие оливки. Все, я разобрался. Сначала слив, который очень мелкий. Так, что у нас дальше? А дальше у нас-то, собственно, неизвестно что. Это мышь, что мышь делает на столе? О, мышь едет нашу еду! Все, съели мышь, теперь фух. Если бы мышь съела нашу еду, наверное, бы мы не смогли пройти вообще уровень. Отлично. Следующий уровень. А, съесть 100 людей. Стоп, почему я одних могу съесть, других нет? Очень странно. Так. Вот, теперь всех могу. Вот, можно съесть 100 людей. И все. Ну, давайте начнем. Так. Ну, думаю, это не заставит труда нашу монстру. Теперь люди тут толпятся, не хотят убегать. Они вот долго разворачиваются, убегают.
Я буду сразу побивать. Ну, вот такая моделька у них. Что они... Ладно. Вот уже больше половины съедено. И через некоторое время сейчас мы съедим всех. Отлично. И еще четверть. Так, что мы делаем? Мы едим людей. Зачем? Нужно нам дать какое-то задание. Кто? Неизвестно. Хорошо. Еще 5 людишек, 1, 2, 3, 4, 5, и все. Миссия выполнена. Так, далее. Ага, мы на рынке каком-то. Да, это рынок. А, нет, какой-то дом. А, ну да, рынок это. Так, что можно съесть тут вообще? Люди ходят. Съесть почти ничего нельзя. Очень странно, очень странно, очень странно. Хорошо. Давайте на... Стоп, я уже тут который раз скажу. Вот, рыба, я могу съесть рыбу. Отлично, так, все. Теперь могу съесть... А, стражники! А, нет, уже нет стражника, съедим стражника. Все, теперь можно есть кучу людей. И вазы. Хорошо. Где? Ту-ту. А, статуи, давайте кушаем статуи. У нас отдали. Что это? А! Что это? Ой. Это когда пульты какие-то. Я их могу толкать, давайте их повернем. Ой! Стоп. Ага, они выстрелили, когда я подбегаю рядом. Хорошо. Учтем. И он не ест стрелы, блин. Не устреляют, но мог съесть бы стрелу. Ладно, хорошо. Мы продолжаем, говорят. Ну ничего, они нам не доставляют особых хлопот, так как их очень мало, и они не попадают в большинстве своем. Забираем еще двор и съедим этих статуй. Опа. После чего мы отправимся вот сюда вот. Ладно. Ну, можно есть столики. Столики интересные, вкусные, наверное. Отлично. Еще больше нет того стола. Ну, снова тех столов. А, здесь сидим вот эти катапульты. А, эти катапульты какие-то. Как они называются? Арбалеты гигантские. О, их столько тут полно. Ладно, будем кушать их. Чё, ждали? Чё, они все на центр направлены, ждали, что я туда приду. Ну ничего, мы их всех быстро съедим. Ать. Опа. Обезопасим себя и своих. Ладно. Так. Еще несколько арбалетов и статуи, и мы что сможем есть дома наверняка. Если, конечно, уровень не закончится после этого. Так. Еще несколько. Да, можно есть дома. Великолепно. Ну вот и все. Так, продолжаем. Ого. Рыбки. Вкусные рыбки. Отлично. Лев! Лев хотел съесть мои рыбы. Ладно. Это гладиаторы. Ага. То есть мы что-то делаем. Убьемся. Или нет? Почему нас выпустили на арену? Хорошо, вот так. Лев что-то ушел далеко-далеко. Ну, почему все ушли? Вот. Так уже гораздо лучше. Они подстреляют. Разве на арене ставили такие арбалеты? А вот и лев. Давайте пострелим льва. Льва, стреляем, стреляй льва. Отлично, мы пострелили льва. Хорошо, льва поставим в покое. Будем кушать гладиаторов. Чё они не делают? Их много едят. Ну вот, меня опять колят.
Сколько тут набежало, блин? По-моему, там было очень мало гладиаторов. На арене обычно выступало. Извиняюсь. Ай! Ой.